Конечно, и Что узко. говоря о пациентах, да, спасибо, потому что я, видите, поскольку очень далек от клинического приема, ну и не имея для этого никаких, в общем, ни документального подтверждения, ничего, мне остается только одно, это анализировать опыт врачей мировых, отечественных, наших коллег, зарубежных и так далее, за большой промежуток временной и выискивать из этого какие-то тенденции, объединяя их. А поскольку все-таки моим одним из направлений для меня стала оперативная фармакология, ну, тут, как бы, да, на профессиональном уровне в продолжении истории моего провизорского образования, то наблюдая опыт многих врачей и имея возможность на сегодня на системном и местном уровне способствовать регенерации, потому что мы не можем ее стимулировать. Это подход принципиально неправильный. Мы можем стимулировать генетически то, что у нас вырастет зуб. Но, слава богу, эти исследования были остановлены, не применяются. Поэтому есть возможность вот ковыряться в этих тенденциях и, объединяя их, понимать, что не один фактор является результатом. И в подходе Чернорусского, возвращаясь, да, к истокам, с чего, о чем мы сегодня говорим, написано там в первых строках, в том числе, очень интересная мысль, объединяющая подход. Несмотря на то, что он предложил, по сути, конституциональную вот эту классификацию, то есть морфоанатомическую, он говорит, что пациентов надо сначала осмотреть на глаз, ну, то есть издалека, вблизи и так далее. Второе – это антропометрические измерения. Но в его случае он больше говорит о том, что их нужно мануально потрогать. Более толстая слизистая, значит, говорит, что есть особенность перекрытия глубокого, в основном идет, если у пациентов долихоцефал, у них практически прямой или обратный прикус, то здесь мы наоборот имеем глубокий прикус, стираемость. Ортодонтически, вот я могу эту часть добавить, что Да, пожалуйста. ортодонтически, поэтому у пациентов конституции гиперстенической рецессии чаще возникает одиночные, либо вестибулярные, либо язычные в области жевательных зубов. А у пациентов астеничной конституции, поскольку зубы у них вытянуты, имеют такую шеловидную форму, возникают множественные рецессии, и части захватывающие и фронтальный участок, и жевательную группу зубов. Поэтому те зубы, которые по плану ортодонтического лечения будут выдвигаться корпусно, вестибулярно, по дуге, именно в области них мы создаем дополнительное прикрепление, а по факту мы формируем там объем костной ткани, который поддерживает десну при корпусном передвижении зуба, либо его экструзии, интрузии, там, ну, экструзии в нашем случае. Вот он, фронтальный участок, вот о чем мы говорим. И ваши работы по пересадке ТМО превентивно перед ортодонтией именно в этом участке. Как раз я эту схему и модели взял. Соответственно, по нервной системе Чернорусский он заключает, что все-таки в отношении нервной системы мы не можем настолько четко выявить корреляцию с этими типами, потому что слишком лабильные вариации, да, и мы не можем, например, Да. долихоцефалом присвоить какой-то определенный тип личности. Но чаще всего скажу, что больше я вижу среди долихоцефалов, флегматиков и меланхоликов, потому что есть особенность анализов, мы по кровеносной системе тоже пройдемся. Но вот гиперстеники в основном это холерики и сангвиники. Вот я для себя выбрал все-таки вот большую корреляцию такую, что именно долихоцефалы это более флегматики, меланхолики, гиперстеники это вот холерики и сангвиники чаще всего. Если мы анализируем эти две классификации во взаимосвязи в состоянии покоя Да. пациентов, то да, кажется, да. И такой момент, что у астеников, конечно же, психика более лабильна. То есть в состоянии покоя у них все происходит в норме, да, нет там. Нет. Но такое очень редко бывает. Поэтому пациенты астеничные, они всегда очень сверхвозбужденные. На физиологии у нас было в университете, нам говорили, что у гиперстеников лучше работают надпочечники, и они более устойчивые. И вот сейчас как раз это находит подтверждение в ваших словах. То есть в спокойствии это один тип, но при возбуждении все-таки маленькие, крепкие, коренастые, они более стрессоустойчивы. А пациенты долихоцефалы, высокие, астеничные, их может вывести это состояние, да? И вот этот момент Да. стрессоустойчивости подтверждается, да. Классификация Павлова, если ее переводить простым языком, то есть люди, у которых быстрый газ, ну точнее, да, быстрый газ и быстрый тормоз, или быстрый газ, медленный тормоз и так далее. И взаимодействие вот этих двух пусковых факторов у гиперстеников меньше, медленнее происходит активизация надпочечников. Но если уже идет синтез активный норадреналина, да, то есть он компенсирует вот это состояние стресса, и оно может визуально не наступить.
То есть он, собственно, как быстро загорелся, так и потух быстро. Да. Хотя стресс, как таковой, имел место быть. Все верно. Следующее, вот мы уже ближе к физиологии начинаем подходить. Он пишет, что пациенты гиперстеники больше эксудативного типа, то есть это больше аллергические пациенты, это отеки как раз, да, артриты тоже с выпадом, с воспалительным компонентом. Пациентов с стениками, они в основном то, что называем фиброзный тип или то, что называем дистрофический компонент, преобладание больше дистрофических процессов соединительной ткани у них. И поэтому они говорят, что все-таки, например, вот пародонтоз, он не сопровождается, например, выраженной эксудацией или отеком ткани. Мы видим просто равномерную убыль. И, соответственно, они говорят, что для распознавания болезни этот момент имеет место быть. Вот, например, развивая эту идею, мы говорим о том, что у пациента, например, пародонтоз и пародонтит на роду написан. То есть мы можем говорить о том, что пародонтоз – это преобладание дистрофических процессов, озис, собственно, это дает окончание, и это больше эксудативный тип. Это формирование карманов, это лизис, это, значит, то, что мы называем пародонтит и пародонтоз – это, можно сказать, генетически детерминированный ответ поражения микроструктурного русла или гипертрофический процесс. Пожалуйста. Пытаясь вот эти несколько классификаций объединить в одну, на тот момент не было классификации джина аллергических реакций. Ну и вроде бы казалось бы, что пациенты гиперстенические, они должны быть более склонны к отекам. Хотя на сегодня мы видим, что это не связано, поскольку атопия – это чаще приобретенная вещь, а не врожденная, либо недокормили, то есть нет элементарного поступления антигенов для потом их адекватной выработки и формирования антител к ним и плазматических клеток, и иммунного ответа именно лимфатического. Поэтому это не взаимосвязано. Все пациенты по реактивности, то есть по степени предрасположенности, они условно одинаковые. Второй момент, что действительно, о чем можно точно говорить, что пациенты с гиперчувствительностью немедленного типа по современной классификации аллергии, конечно же, предрасположены у астеничных пациентов, потому что они более лобильные, у них именно больше именно гуморальный ответ первичен, а пациенты с замедленной реакцией, ну, да, понятно, то это, конечно, гиперастенические, потому что у них уже подключается клеточный ответ. Они медленнее запрягают, но зато могут долго ехать. Или этого состояния может не наступать. То касаемо пародонтита, вот ты со мной согласен, с нами, с Марией согласен, и профессор Трунин Дмитрий Александрович, потому что он занимался активно изучением этой проблемы, и когда вот он там стал нашим руководителем, или мы его подопечными, мы подняли этот вопрос первично. Поскольку пародонтит – это аутоиммунно-инфекционный процесс, и он носит все-таки системное, генерализованное активное действие, агрессивную форму, чаще всего первичную, да, и почему и происходит. В его механизме имеет важную роль это формирование эндотоксинов бактерий комплекса с неколлагеновыми белками костной ткани. Почему и происходит агрессия к кости вокруг зубов? Потому что если бы это было компонентом зуба, так тогда должны было бы разрешаться зубы. Или мягкие ткани, если бы это было бы компонент кстати, мягких тканей, там коластину или коллагену другого типа, который имеет место в соединительной ткани, то тогда бы, по идее, уходили мягкие ткани, возникала бы тотальная атрофия и все. А поскольку уходит кость первично, то это является результатом накопленного хронического процесса. Это недостаток гигиены, это недостаток питания, это скрытые минеральные нарушения в полости рта. Это, очевидно, проблема с желудочно-кишечным трактом и общим иммунным ответом по разным причинам. Поэтому вот этот момент я бы на сегодня пока оставил, потому что на самом деле про пародонтит, ну то есть у нас меняется флора за 20 лет, анализируя источники там итальянские, американские и наши, и вообще в разных регионах разная флора, но так или иначе, даже те же 4 облигатных организма, которые там, Герберт Вольф и Цейнс Хак обозначили да, там, 20 лет назад, то, что мы видим на сегодня, и приводит к пародонтиту, это разная флора. Поэтому этот процесс является генетически детерминированным для всех, независимо от конституционального статуса. Но возникает он в разной степени или в разном возрасте по разным причинам, или не возникает.